первые гости. Вы первые? Здравствуйте. Hello, happy birthday. Катя и Ярик. Yeah, happy birthday. Это наша Алла, у нее день рождения, ее поздравляли. Давно написал стихи. С днем рождения, Алла. О, имя твое, Алла. Ты первая, ты запевала. За память, за разум, за облик живой. Негромкий за все продолжается бой. Она не предаст, не уронит лица. Купальщица Алла стоит до конца. Вот он сытый сидит, довольный. И даже слишком объевшийся. Он опять сытый, довольный. И даже слишком. Довольный, сытый, но недовольный тем, что сытый, потому что это вредно для моего слабого здоровья. Так, вот, что... так что людям не угодишь. Игорь, покажи свою довольную, сытую физиономию. Устал кушать? Да, ты что, ну 42 часа не ел, теперь 42 часа рот не закрывал. Плохо тебе будет. Да. Ну что делать? Кушать. Хоть и будет плохо, но плохо будет потом. А сейчас кушаем. Оно очень хорошо переваривает. Все так говорят о еде, потому что мы находимся-то в ресторане «Мандарин». Да, а здесь правило – ешь сколько можешь. Надо изобрести таблетку. Как известно, год тигра. Желаю вам быть крепкими, ловкими, здоровыми, сильными, ну и красивыми, как этот зверь. Чтобы жизненные невзгоды преодолевали, без проблем, справлялись. Всем здоровья, счастья, но и Дед Мороз не бывает без подарков. Ну построили, в конце-то концов. Все в одну линию, в одну линию. Наступающим годом тигра! Я тоже же ребенок! Движение! Это слава ребенок! Молодцы! Спасибо. Мы стараемся вам соответствовать! Какая у нас соответствовала! Где была? Снегурочка, сюда! Вашу преданность! Спасибо большое! Вам здоровья! Оля! Оля ближе, значит! Я уже без пирожков твоих и не представляю наше купание! Мы без пирожков как... Как тигр без мяса, наверное, уже. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Так. Он мешок какой классный, а? Римочка. Да. Сатвическая пища. Всего хорошего тебе. Чтобы ты так нам готовила, мы очень рады. Спасибо. Кто на меня смотрит? И Еремей, подходи, пожалуйста. О! Ну вот этот человек у нас... Первую зиму. Первый год у него. Можно сказать, день рождения. Но я даже... Даже не представляю, как мы без него были. Да, настолько органично вписался в наш коллектив. Спасибо. Что просто здоровья тебе. Ура! Алла, вот крикнула ура, иди сюда. Водительское искусство нам знакомо давно. Я думаю, у тебя есть и масса других преимуществ. Чтобы они в новом году развивались у тебя. И крепко. Спасибо. Так, Толя, Толя, вы же не одна семья, елки-палки. На семью у нас один подарок. Толь, тоже подходи. Давай. Ты, наверное, хочешь, чтобы тебе пожелали, чтобы чаще машины ломались, аварий больше было. Этого не будет. Успехов тебе в бизнесе, всего хорошего. А новенький, который сегодня скупался? А я не этот. Это новенький. Предупрежденно был. Матроса, Мороз! Сертифицированный Санта-Клаус! Ребята! На лицензии нету, сейчас я чувствую попал. Это три! Фотоаппарат, и Егор, возьми, сделай еще. Вот, давай, Ань, Андрей, иди собери. Ну попала, думает, Андрейка. Ну, внучка по философии, а... Все, дети мои, с Новым годом! Все будет хорошо! Давай, Ирина! Молодец, Вова! Ну, молодец!